Давай за руль. У меня для тебя дело есть. Осилишь? Точно умнее меня. Я поставлю свое бабло, а тебе будет нужно перехитрить меня. Легко? За руль, незнакомец. Есть дело. Как раз для тебя. Thank you.
это стоит своих денег. Нужна твоя помощь. Киберотдел в панике. Ха, ясен хрен. Сливают хакерам без шансов. Не в этом дело. Устранители хакнули полицейскую базу и вытащили имена всех агентов под прикрытием. База уже выставлена на продажу. Теперь ясно, откуда паника. Говорят, полиция отстала от жизни. Но это не так. Мы их выследили. Да разрешения на операцию нет. Сможешь стереть данные по наводке? Сделаю. Только скажи, куда ехать. Да. Thank you.
все гладко. Твои приятели в безопасности. Вы хоть поняли, как так вышло? Свой продался. За сумму втрое меньшую, чем они требовали с нас. Как всегда. Спасибо за помощь. Обращайтесь. Если будет похожее дельце, звони мне. Есть работенка, но тебе понадобится тачка. Вещи заберу, я вещи забираю, чел, сваливай отсюда! Чё ты несёшь? Да, да, я с ним спала, ты понял? Ты ведёшь себя как свинья! Да. Да? Хватит, ты самая последняя свинья! Да, кого я обижаю? Да. Нет, нихера! Нет, не спорь, хватит! А? Да, свинья! Бить меня будешь? Нет! Ну, давай, мужлан, выпусти пар! На больше ты не способен, только бить! Ну так давай! Давай, бей меня! Нет, ни за что, нет! А что так? Любишь себя показать, типа ты мужик? Я да? Нет. Ай! Чё-чё? Больно! Ты это серьёзно сейчас? Кто-кто? А? Иди в жопу! Иди ты нахер! Господи! Ой. Ой. Прости.
незнакомец. Я тут нашла тебе нестандартное дело. О, заинтриговала. Есть тачка, которая засветилась в нескольких серьезных преступлениях клуба. Но у меня не хватает улик, чтобы получить ордер. Я уверена, дело стоящее. Сможешь пригнать ее ко мне? Я всегда рад погонять. Никаких гонок. Тачка должна быть целехонькой. Никто не должен знать, что мы в ней копались, ясно? О, ты скучная. Следишь за мной? Видела, как ты парковался. Лохматый такой. Шелла, послушай. Не пытайся узнать, кто я. Ты напрашиваешься на неприятности. Не парься. Просто любопытно было. Я не стану тебя искать. Спасибо за тачку. Мы ей займемся. Без проблем. И я не лохматый. Я брутальный. Будет похожая проблемка, звони. Я готов. Ядра кедров. Выдры в гетрах? Да идите в задницу.